Мне надоело держать себя в 105-й категории, и я решил набирать вес. Так что у меня сейчас период масса набора. Ребята, всех приветствую на своем канале, с вами Калина, и сегодня я вам расскажу о двух коктейлях, которые я сейчас принимаю. Эти коктейли помогут вам сохранить ваши мышцы, чувствовать себя намного лучше и быстрее получать нужный для вас результат. Итак, первый коктейль. В первом коктейле у нас очень простые ингредиенты и очень нужные для спортсмена. Сюда у нас входит креатин, одна порция 5 грамм. Так, также у нас сюда входит сахар, это транспортная система для креатина. С помощью сахара креатин усвоится намного лучше. Значит, что нам даст вообще креатин? Креатин даст нам возможность тренироваться намного сильнее, плюс секунду-две, может даже для выполнения в силовых тренировках повторений. Вот, поэтому креатин один из самых лучших препаратов для силы. И второй ингредиент у нас БЦА. БЦА не даст нашим мышцам разрушаться. Тем более, этот коктейль пью с утра, и это даст очень большой прирост, так сказать, силы, энергии для организма. Даем сюда порцию. И третий препарат у нас это коллаген. Он очень хороший для суставов и связок, для кожи, тканей. Также сюда входит витамин С, витамины группы В. Он, так сказать, очень хорошо даже с витаминами группы В заряжает тебя с утра. И вообще, это белок. И этот белок, если ты принимаешь с самого утра белок, то он дает тебе возможность в день усваивать на 30% больше белка. Ну так, по крайней мере, везде говорится. И заливаем это все водичкой. Размешиваем. И что интересно, мы этот коктейль выпиваем с самого утра за 30-40 минут до первого приема пищи. Это нужно как и для креатина, так и для коллагена, и БЦА будут тоже очень эффективными, так как то, что нужно нашим мышцам, попадет сразу же к вам в организм. Ваше здоровье. Первый коктейль. Ай, хорош. Итак, ребята, второй коктейль. Во второй коктейль у нас входит молоко, 30 грамм порции протеина, 100 грамм овсянки и малина, и арахисовая паста. Я беру себе арахисовую пасту от фирмы Tom. Там можно брать со вкусом, можно без вкуса. Значит, в этом коктейле, что самое главное, вот именно этот коктейль я пью с утра. Сначала я пью коктейль тот, что вы только что видели. Я ее выпиваю, и у меня пробежка. Я километра 2-3 пробегаю, возвращаюсь домой и готовлю себе потом этот коктейль. В этом коктейле будет у нас 1250 килокалорий, и это все со сложных углеводов. То есть плюс еще здесь около 50 грамм белка. И это все вы выпиваете за раз. Это то же самое, что съесть кастрюлю гречки. Вот, поэтому он очень питательный и очень, так сказать, поможет вашему организму набрать массу, вес, если делать правильные тренировки. Итак, что мы делаем? Мы засыпаем овсяночку. Сюда есть овсяночка. Засыпаем протеин. Заливаем молоко. Хорошо. Заливаем малину. И засыпаем 100 грамм арахисовой пасты. Я уже приблизительно знаю, сколько 100 грамм. Раньше я все взвешивал на кухонных весах. Сейчас я знаю, что это приблизительно 3 ложки.
И все, мы это взбиваем. Буквально минуту я взбивал. Я думаю, будет готов. Вот и все. Получился у нас такой йогурт. Это просто-напросто вкуснотища. Такой коктейль я пью 2 раза в день. Утром и вечером после тренировки. Ну или просто вечером, если не тренировался. 1250 килокалорий сложных углеводов. Такое вы вряд ли где-то увидите. Этот рецепт я увидел у такого качка-блогера, как Голем. Попробовал, и сейчас я его пью. И я вам скажу, что за 8 или 9 дней я набрал 2 килограмма, плюс 2 килограмма на этом коктейле. И на креатине, естественно, он тоже подзаливает хорошо. Но насыщенность я чувствую бомба. Все. Всем пока. До новых встреч. Подписываемся и ставим лайки и комментарии.